Всем привет! Малый и средний бизнес в России приблизился к стагнации. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование Промсвязьбанка, Опоры России и агентства Magra Market Research, значение индекса деловой активности средних и малых предприятий снизилось до 50,9 пункта. Такие изменения указывают на почти остановку роста деловой активности в данном сегменте. Значение индекса более 50 пунктов говорит о деловой активности, ниже 50 пунктов – о снижении активности, на уровне 50 – о стагнации. При этом в первом и втором кварталах текущего года индекс составлял 52 пункта. При расчетах показателя используют продажи, кадры, инвестиции и доступность финансирования. Данный индекс является показателем настроения в сегменте малого и среднего бизнеса. Индекс рассчитывается на показателях опроса руководителей компании МСП и является замером экономической ситуации. Уточняется, что показатели обновляют каждый квартал. На этом пока все. Еще больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!